Так, ну, а здесь у нас какая будет глина? Красная, красная вот эта вот глина. Здесь это та самая глина. О, да нет, это была глина, которая левее. What the fuck? Да блин, ненавижу блок-пати играть вот чисто из этого говна. Из-за того, что ты заходишь, и в итоге ты вроде прицелился на правильную глину, а это оказывается неправильная глина. Боже мой, что же с этим делать? Блин, надо что-то придумать, чтобы было проще играть в блок-пати, ребята. Ну что ж, ребятки, сейчас вот уже позвоним Зиге, он нам поможет, поможет сделать то, что я запланировал, офигеть просто. Только он сможет нам помочь, потому что он хорошо рисует. Давай, Зиги, бери же трубку. Давай, давай, отлично, Зиги, здорово. Тут реклама в скайпе выскочила, нормально. Привет, чувак, короче, у меня есть реально офигенная идея, как на Vime World сделать читы, за которые они будут банить, и по факту это не будут читами, поэтому, ну как бы все будут довольны, понял, короче? Читерить, что ли, удумал? Да нет, нет, понимаешь, это будет не чит, это будет крутая тема, но там мне нужно, чтобы ты кое-что нарисовал, а так как я сам рисую херово, то ты мне поможешь, как бы, в этом деле, просто я ленивая жопа, да? Вот, как бы, ну ты понял, короче, мой план. Чё тебе там рисовать надо, говори уже. Вот, есть идея, есть идея, я тебе сейчас все расскажу, и мы с тобой это сделаем, просто офигенно. Поехали. Ну что ж, ребятки, вот мы зашли, короче, на Vime World, на блок-пати, ну или как это называется, блок-пати называется режим. Так вот, и фишка в том, то, что сейчас мы уже встроили этот наш чит в один из ресурс-паков, вы сейчас сами все увидите. Мы взяли Faithful ресурс-пак, вот, настройки ресурсов, да, вот, Minecraft Faithful 64, ставим его, и вы сейчас увидите, как все вокруг изменится. Как же все вокруг поменяется. Боже мой, как теперь все выглядит по-идиотски, если честно. Весь дизайн стал каким-то ущербным. Но скоро вы поймете, зачем же мы так сделали. И, кстати, ресурс пака вот именно с такими вот измененными текстурами я оставлю для вас в описании, чтобы вы могли легально читерить, ребята, на Vime World. Ну что ж, поехали, Зиги, покажем, зачем мы это сделали. Заходи на игру, вон, вторая игра сейчас почти стартует. Поехали на вторую игру. Постараемся затащить. Конечно, поначалу к этому придется привыкнуть, но я вас уверяю, ребята, 100%. Я еще не пробовал сам, Зиги тоже не пробовал, мы с ним еще не пробовали, но это 100% будет намного проще, чем с той глиной, которая под тобой, которая очень часто сливается. Некоторые цвета очень часто сливаются. Здесь же вам теперь придется запоминать не цвета, а цифры. Смотрите, боже мой, как это смотрится. Теперь вам нужно будет запоминать реально цифру. Вот видите, единичка, вы сразу же видите и прыгаете к ней, потому что она реально выделяется. Вы видите цифру. Здесь нужно запоминать не цвета, а цифры. Цвета мы, конечно, сделали чисто для того, чтобы, ну, они хоть как-то еще выделялись сами по себе. 16. Все, я сразу же нахожу быстро очень 16. Все очень хорошо выделяется, циферки лучше видно, чем обычный цвет, ребята. И это реально чит, это настоящий чит. Ну, конечно, вы здесь не будете сильно читерить, это даст вам небольшое преимущество в игре, вот, но оно реально будет. То есть игроки сливаются другие, а мы с Зиги Изи остаемся на плаву. Вот 16, видите, я быстро сразу же нахожу 16, а возможно вот эта вторая 16 глина, на самом деле не знаю, что это за цвета, она бы сейчас сливалась, и мы бы с вами не увидели. 16 это типа черная. 10 здесь, оп, видите, 10 я сразу же увидел, да? А, я не успел добежать. Ты не успел добежать. Ну вот тут как бы остается теперь только рандом в том, что вы успеете добежать, либо не успеете добежать. И эти пацаны, я остался втроем с этими чуваками, надеюсь, я затащу, у меня будет шанс, я думаю. Ну, еще будет. Единичка, оп, у тебя преимущество. Ну, я бы не сказал, что я прям такое жесткое преимущество. Они ориентируются только по цветам, ты еще и по цифрам. Тройка, тройка. Нашел. Отлично, да, это победа, ребята, просто победа. На изи. Они думают, что я честно играл, но я, ребята, читерил. Вот, и как бы вы тоже сможете это сделать. Это время реально намного удобнее. Давай еще раз попробуем. Давайте, конечно, да, вторая игра еще раз. Конечно, ребята, никто не говорит, что вам будет легче с этим играть. Нужна все равно реакция, нужно все то же самое. Только теперь станет реально проще различать цвета. И никто вас за это не забанит, потому что здесь вы никак не палитесь. Никто не может отследить, какой ресурс пак вы используете. А если вы используете ресурс пак, например, Faithful, да, то люди будут думать, что это Faithful ресурс пак. Они же не будут знать, что вы заменили внутри текстурки, глины, ребятки. И вот это реально чит. И причем, в принципе, знаете, многие не любят читеров, но здесь-то, блин, за что агриться? Как кто хочет, так и играет. Вы же играете в PvP своими ресурс паками, которые убирают огонь, да, горение. И, ой, блин, 16 вообще далеко. По контру. Да-да-да-да, вообще далеко было. Вы же играете в... Потому что чувак летает, смотри, читер. Да, он завис. А, он завис. Так вот, вы же играете с PvP ресурс паками, где, например, огонь не горит на весь экран, а горит только снизу, да? И тут точно так же, ребята, мы здесь по факту используем ресурс пак. Ресурс паки на серверах не запрещены. Я считаю, что это вполне легальный чит, который можно использовать, и вас за это не забанят. И здесь никакого хейта и агро тоже не должно быть со стороны, ну, зрителей, потому что я считаю, что если вы агритесь на это, то вы должны агриться на всех
тех, кто играет в PvP, на всяких скайварсеров, хгшеров, которые играют с текстурпаками, где огонь не горит. Ну, знаете, где огонь горит, но снизу он не закрывает полэкрана, короче. То есть, где намного удобнее PvP-шиться. А если вы просто... Ой, погоди, а где 9? Вот это 6. Это 6, это 6. А, я думал 9, блин. Надо будет 6 убрать. Иди. Ну, запалился, я на самом деле заговорился, значит, не говорит. Хотя, по сути-то... Ну, да. Я еще могу победить, погоди. Да, сейчас Зиги в этот раз победит, отыграется. У меня-то волшебные текстуры тоже есть. Да, вас тогда сдаем с этим пацаном, мне этот пацан не нравится, он какой-то читерный, не знаю. Читерный 16, пацан. 16. Так, арены простые. Вот, сейчас сложная арена будет. Один. Так. Блин, он прям хорошо играет, у тебя какой-то прям сложный противник попался. Я тоже умею. 8! Прыгнул, вот и молодец, что прыгнул. Он не прыгнул, он упал, ты победил. А, найс, вообще, найс, чувак, чётенько. Ну это ГГ, чувак, ГГ. Я же привык скайписли писать ГГ. На самом деле это не нужно. Мы продемонстрировали то, что... Да, давай еще одну игру, думаю, третью сыграем и закончим. Вот восьмая игра. Да, восьмая игра, заходи. Вот, ребята, так что, в принципе, в этом нет ничего такого прямо жесткого, и вы не обманываете других игроков. Вы просто используете ресурс пак, который просто меняет цвета, который меняет текстуры. И он не дает вам спидхаков, лайфхака и так далее. То есть, это, конечно, чит, но он безопасный. Главное, ребят, предохраняйтесь. Это такая легкая модификация, я бы даже сказал. Да, легкая модификация, да, так что, ребятки, аккуратно. И для избранных. Вот, ну так что вот видите, как бы подписывайся на демастера, узнавай... А где он? Вообще не вижу. What the fuck, ты его нашел? Да. У меня вообще вокруг его не было, что за фигня? Вот видите, тут остается уже только в том, что... Это мой день. Да не мой день просто, кто-то в дырку вообще провалился между тобой. Ты прикинь, вот видите, как бы Зики не записывает, когда вот я не... Если бы я... Спидхакер! Где? Или мне показалось, ну вот этот Черик Кларк. Не знаю, может резко тпшнулся просто. Он реально быстро бегает, чувак, он очень быстро бегает, это странно. Вот я сейчас буду за ним следить, Шерри, вот этот Кларк, ну-ка погоди. Как раз можно будет... А, он лагает, лагает, он просто лагерный, он сейчас... Он по воздуху как-то пробежал, так что это лагало просто. Да, он походу просто дичайшим образом лагает. Вон, Зиги, давай, ты видишь? Так, и победил Ник Сони, короче, у тебя был шанс сейчас выиграть. Я не успел дойти до него. Да, ну что ж, ребятки, вот такой вот чит, как бы ставьте лайки. Я не буду, знаете, многие ютуберы выпрашивают, типа, поставь там 2000 лайков, там, или 5000 лайков, или 20 тысяч лайков, чтобы я выложил эту карту, там, или что-то еще в описании. Нет, я просто сразу же выложу этот ресурс пак, ссылочку на него, именно уже вот с такими текстурками для вас, можете использовать, можете играть, и, возможно, вы даже попадете вон в ту таблицу. И будете где-нибудь на первом месте, и вы скажете, это благодаря тому, что Демастер скинул мне текстурпак. А пока есть какая-то Kitty Girl 2. Кстати, возможно, он тоже использует такую идею. Возможно, кто-то до меня уже это придумал и использовал. Я не знаю, ребятки, просто, ну, я на Ютубе, в принципе, видео по Майнкрафту не смотрю, потому что я сам их снимаю. Мне, ну, нет времени смотреть другие видосики, это и так много времени занимает. Ну, вы, думаю, меня понимаете. Вот, и, как бы, ну, я пытался... Я сделал для вас идею, вместе с Зиги, конечно. Если бы Зиги не помог мне, думаю, у меня бы это осталось только в виде идеи, потому что я бы сам эти текстурки не нарисовал, потому что я ленивая жопа. Вот. Так вот, в принципе, это все, дорогие друзья. Вот так вот мы с Зиги поиграли на блок-пати на Vime World, да, то есть вы можете сами попробовать. Я ссылочку на Vime World оставлю, если вы на нем не играли, то есть как бы в описании, да. Вот, и на ресурс пак тоже ссылочка будет. Можете как раз скачать Vime World, скачать ресурс пак и сами попробовать. Ну или где-нибудь, где вы там играете в блок-пати, тоже попробовать. Очень прикольная тема. Да, вот, ну а если... Easy. Да, если нужно будет на шерсть заменить, ребята, текстурки, ну, там вы уже сами разбираетесь, мне будет лень их менять на шерсть. Вот, на этом все, в принципе, с вами был Демастер, Зиги, можете подписаться на Зиги тоже, ссылочку на него тоже оставлю, мой друг хороший тоже снимает на... Товарищ мой старый, добрый, сгоренный. В общем, на этом все, всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Всем пока.